Всем привет! Верность ТВ опять вещает. И сегодня мы хотим поделиться нашими новостями, которые произошли в нашем приюте. Вот такой вот красочный рисунок нам предоставил Владимир Аулов. Эта стена раньше была просто белого цвета и невзрачная. Но сейчас вот для волков в вольере, для радости наших глаз и посетителей нашего приюта, вот в такое свежее, красивое решение превратилась эта стена. За углом идет продолжение этого рисунка. То есть это такой таинственный лес с волшебным туманом, как говорится. Вот. Здесь полностью весь фасад раскрашен, и лес продолжается. И вот здесь вот вы можете в нижнем углу... Это автограф автора, это Владимир Аулов. Можете заходить к нему вот по этим ссылкам и посмотрите на творчество этого художника. Очень красиво рисует. Я думаю, возможно, кто-нибудь еще обратится к нему с различными заказами. Почему? Потому что человек очень красиво рисует, грамотно, быстро. И качество вот этого рисунка, оно не просто так нарисовали на стену, и оно исчезло. Нет, это как минимум 10 лет. Без подработки будет находиться на этой стене вот в таком вот формате, скажем так. Очень красиво, нам нравится, мы все довольны. Все, едем дальше за следующей новостью, пойдемте. Это прихожая нашей ветсанчасти. Вы видите, что здесь изменился пейзаж. Натянуты потолки, проведено электричество. Вот такие вот натяжные потолки нам любезно предоставила смоленская фирма по натяжным потолкам Алсо. Посмотрите, какой объем, как аккуратно все сделано. И вот в таком вот помещении, где сейчас уже обновлены светильники, натянут свежий белый потолок, освещения стало вполне достаточно, и уже мы можем как бы наблюдать большую культуризацию этого помещения. То есть очень важный момент. То есть эти потолки можно обрабатывать, мыть. То есть это для большой операционной сделано так, как положено. Мы очень благодарны этим людям за оказанную нам помощь. Все сделано совершенно бесплатно. Спасибо. Привет. Как дела? Привет. Ти какие зубы. Ти какие зубы. Анька, привет. Ты водичку пила? Ну, у Анютки уже дела получше. Она набралась силенок. Давай скорее воду пить. Она уже сама курсирует тут. По вот этим вот следам видно, как она перемещается. Сама уже переворачивается. Вот. Да, Анют? Ай, дай лапку. Лапку дай. Давай лапу. Давай. Ай, молодец. Все хорошо, умница. Вот так. Молодец. Хорошо. Смысл в чем? Уже точно известна ее дальнейшая судьба. Благодаря людям, которые проспонсировали ее поездку. Наша девчонка съездила в больницу в Витебск, и уже полностью диагноз подтвержден, что она ходить не сможет. То есть там позвоночник перелом просто в щепки. Все, поехали. В данный момент мы сейчас находимся в городе Витебске благодаря помощи Ирины. Она спонсировала эту поездку и оплачивает осмотр нашей подопечной. Огромное спасибо за помощь и внимание такое. Полностью диагноз подтвержден, что она ходить не сможет. То есть там позвоночник перелом просто в щепки. Вот, ничего уже не сделаешь. Поэтому пойдем вторым путем, так же, как и у Акибы.
срастется позвоночник, посмотрим, что да как, и попробуем дать ей шанс ходить на передних ногах. Я думаю, это будет самый оптимальный для нее вариант. Да? Аню. Ну, хорошая девочка, такая хорошая. Видите, какие сладкие зубы, молодец. Так, здесь у нас, привет, девчонку, у которой была травма черепная травма. Теперь она может идти домой, ехать, вернее, или идти. Сейчас мы Ишу и снимем, и все, найдем по карточке, где она есть, и будем звонить хозяевам, что собака... Стой, не дергайся, стой. Собака, так. Раз. Хорошо, стой. Два. Ну и все, вообще вопрос. Все. Барбос у нас полностью выздоровел, правильно? Выздоровел. Нос холодный, морда довольная, хвост, пропеллер в заднице крутится. Все, едет домой, сейчас позвоним хозяевам, и ты едешь домой. Все, скоро за тобой приедут. Давай. Так, едем дальше. На сегодняшний день у нас не очень хорошие дела по раздаче. Почему? Потому что мы обычно менее 30 в месяц не раздаем, но в этом месяце у нас поменьше. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. То бишь, 26 собак и один кот нашли свой дом в этом месяце. То есть 27 питомцев в этом месяце. Это плохой результат. Почему? Потому что менее 30 мы не раздаем за месяц. Хоть этот месяц у нас немножко дал меньше, чем обычно по раздаче питомцев нашего приюта. Обычно у нас меньше 30 в месяц как бы не бывает, но в этом немножко меньше. Я все равно благодарен людям, которые приехали в наш приют, разобрали наших питомцев, тем самым дав новые места для новых нуждающихся, тем, которым еще плохо на улице, которые тяжело ранены и больны, и требуют ветеринарной помощи. Собака, привет. Шельма. Иди скорее сюда. Мы же Шельму-то не сняли. Шельма. Иди сюда. Иди ко мне. Привет. Передавай ребятам своим. Шельма. Ну-ка, Шельма, стой ты. Дай-ка лапку. Все хорошо. Шельма. Ребята из Латвии, Шельма вам передает привет. Шельма на Гавану. Ай, вкусная. И ждет, пока вы за ней приедете. Да, Шельма? Молодец. Ну, Шельма, привет передавай. Молодец. Ты будешь есть Гавану? Шельма. Все, умница, хорошая девочка, хорошая. В общем, Шельма вас ждет и скучает. Да, Шельма? Шельма, ну молодец. Покажи вот так привет. Покажи, Шельма. Давай лапу. Шельма. Ай, умница. Давай, привет покажи. Ну покажи вот так привет. Давай. Давай лапу. Шельма. Ай, молодец. Хорошая. Все, Шельма занята делом. Все, молодец. На. Гавану. Все, ешь. Не будем мешать. Пошли. Так, вода есть? Есть. Ешь, Шельма. Ну вот, в принципе, больше новостей нет. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Не забывайте подписываться, кто откуда. Мы последний раз сняли такой классный ролик вообще про наших птиц. Называется «Любовь без неба». Вот, но почему-то этот ролик очень мало посмотрела людей. Я надеялся, что результат будет гораздо лучше. Ну, видимо, любовь перестала цениться, это мало кого интересует, скорее всего. Поэтому я все равно надеюсь, что
многим людям этот ролик будет большим уроком в жизни. Я очень надеюсь, что он все-таки сработает и его посмотрит как можно больше людей. Для того, чтобы его посмотрели люди, может быть, тем, которым вот именно сейчас необходима именно вот такая помощь. Просто делитесь этим видео. Делитесь. Вот Саня говорит, в этом углу где-то там. Делитесь, нажимайте, делитесь этим видео. Пускай как можно больше людей увидит этот ролик и поверит в то, что есть дружба, есть любовь, есть все эти хорошие чувства, о которых многие люди уже просто забыли. А оно есть. Всем пока!